Новости. Тема несанкционированной торговли стала одной из главных на прошедшем заседании администрации Краевого центра. Эта проблема особенно актуальна в сезон сбора овощных и бахчевых культур. Несанкционированные точки сбыта располагаются у дорог, близ жилых домов, остановок общественного транспорта и других мест массового сбора ставропольцев. В администрацию Ставрополя регулярно приходят письма от недовольных жителей. Ставропольцев беспокоит качество этих продуктов питания и санитарное состояние самих точек сбыта. Актуальную проблему обсуждают Ждали коллективно, совместно с Думой города Ставрополя. Председатель Ставропольской думы Георгий Колягин сообщил: проблема известна: незаконная торговля не только приносит неудобства жителям, а также может нанести вред, поскольку качество и содержание продуктов питания в несанкционированных точках сбыта не проверяется. Но безнаказанности в этом направлении быть не должно. Прозвучало предложение увеличения штрафов для незаконных торговцев. Как сообщил глава городской администрации Андрей Джадоев, для наведения порядка в уличной торговле продуктами выделен специальный павильон площадью 300 квадратных метров. Помещение предназначено исключительно для дачников, которые хотят законно реализовывать свою продукцию. Торговые места предоставляются бесплатно, а за качеством овощей уже производится необходимый контроль. Анастасия Романова, Игорь Маслиев, Никита Чуба, АТВ Ставрополь.